Метели, заносы на дорогах и гололедица. Снегопады сразу в нескольких регионах Центральной России и Поволжья. В столичных аэропортах задержаны десятки рейсов. Взлетно-посадочные полосы не раз закрывали для расчистки от снега. Движение на улицах затруднено. На дорогах работает более 8 тысяч единиц техники. И по прогнозам, снег будет идти до вечера. Сугробы могут увеличиться на 7 сантиметров. Автоинспекторы советуют сегодня оставить машины дома. Сильный снегопад также в Белгородской и Самарской областях. В Рязанской из-за метели для большегрузов ограничили движение по участку федеральной трассы «Урал». А в Саратовской еще двое суток от большой земли отрезаны 10 сел, дороги к которым пока расчистить не удается.